Информационное агентство «Курган.ру» представляет. Впервые в Кургане международный проект «Топ-модель по-детски». Официальный партнер проекта – магазин «Маленького счастья». Всем привет! В эфире проект «Топ-модель по-детски», и мы продолжаем фотографироваться с нашими замечательными мягкими игрушками. Я вот выбрала себе бегемота, он большой, серый, с красным сердцем, и, что самое важное, у него можно поковырять в носу. Итак, сегодня с нами работает курганский прототип американского Найджела Баркера, его зовут Илья. Илья, расскажи, что мы будем сегодня делать? Сегодня у нас будет фотосессия с игрушками. Ну что за испытание такое поиграть? Да самое настоящее! Легко закрыться дома в своей комнате, достать из-под кровати любимого плюшевого зайца, налить ему воображаемый чай в пластмассовую кружечку и угощать бабушкиным малиновым вареньем. А вы попробуйте поиграть перед объективами фото и телекамер, как участницы проекта «Топ-модель по-детски». А играем мы сегодня с игрушками от магазина «Маленького счастья». И попутно проводим фотосессию. Вот уж поистине чудесное испытание для наших юных красавиц. Они ведь только с виду такие серьезные барышни. На самом-то деле у каждой из участниц есть свой медведь в шкафу. Или даже целый шкаф с медведями. Или даже два с куклами и три с зайцами. Уникальность магазина «Маленькое счастье» в изобилии выбора. От развивающих игрушек до одежды всех возрастов. Придя в магазин «Маленькое счастье», вы легко сможете одеть свое чадо и найти ему игрушку, о которой он мечтает. Для покупателей магазина имеются подарочные карты, а также карты любимого покупателя со скидкой 10%. Фотографироваться с разными вещами, с игрушками. Я играю одна в куклы, можно сказать, до 7, потому что человек уже взрослеет, и тем более у него начинаются уроки, ему некогда играть. Модели дарят и поклонники игрушки. Если бы мне предложили выбрать или новый телефон, или классную игрушку, то я бы выбрала игрушку. Мне мама не всегда покупает то, что я хочу. Потому что бывает дорогое, бывает нет. Я намного готова, чтобы получить желаемое. Например, учиться и хорошо себя вести. Ну, недолго могу поиграть там, если скучно. Беру, допустим, куклу Барби и играю там в дочки-матери, там, одеваю их в разные наряды, делаю макияжи. У меня был набор, в котором предоставлялась специальная косметика, в которой можно красить волосы кукле, макияж делать, там специальный набор. У меня есть большая собака, правда, у меня бывшая моя собака, но она у нас убежала, откусила этой собаке глаз. Но мы пришили дома пуговку. Да, мне больше всех нравится. Если я ее хочу, я буду просить у мамы ее ходить, и у мамы просить ходить за мамой везде и говорить, что я хочу эту игрушку. Нет, я не буду ругаться с мамой. У меня есть медведь большой, и я для него шью разные вещи. Если бы у меня была большая кукла с меня ростом, я бы с ней до сих пор бы играла. На данный момент я хочу куклу в полный рост. Ну, также шить для нее костюмы, какие-то свои способности модельера развивать. Ну и даже иногда с ней делиться какими-то секретами. Когда дети
так скажем, ложатся на пол и плачут, кричат, говорят, купи мне игрушку, я прохожу. Ну, естественно, в лицо не смеюсь, а потом уже смеюсь. Я люблю игрушки, потому что они напоминают детство. Когда ты был маленьким, ты с ними спал. Я думаю, что девочки должны играть куклами до 12 лет. Ну, если ты в душе чувствуешь это детство, то оно никогда не кончается. Я маму прошу очень сильно, потому что мне вот хочется эту игрушку. Я готова заплакать, чтобы мама мне купила игрушку любимую. На папу? Ну, он мне покупает всегда все, что я хочу. Когда я стану известной моделью, у меня дома будет много игрушек с конкурсов или мне подарят кавалер. У меня много игрушек дома, но самое любимое, у меня есть большая коллекция кукол фарфоровых. Их где-то 20-25. Я не похожа на фарфоровую куклу, потому что у меня есть эмоции. Ну вот и подошли к концу все наши испытания. Теперь у девочек есть богатый жизненный опыт. И что тоже немаловажно, свои портфолио. Юных красавиц знает весь город, а две из них еще поборются за звание самых красивых и талантливых девочек страны. Впереди финал, впереди слезы, впереди радость. Не пропустите самый трогательный сюжет проекта «Топ-модель по-детски».